Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office. Колхоз «Миллионер»? Так, просто в советское время, куда бы мы не заехали, стояли сторожевые, да, были шлагбаумы, по пропускам был вход. Вот, правда, со стороны моста там иногда можно было в эти вентурговские магазины за дефицитным товаром все-таки пройти. Но в Блэк, как бы мы старались не углубляться, это была как бы закрытая для нас зона. Так, сейчас будем поворачивать налево. И вот, конечно, здесь и дома из Сталинского.